это все реализовывается, если, конечно, чуть-чуть захотеть. Анастасия Иванова пришла на встречу в свое дело в селе смело, чтобы узнать, как открыть свой бизнес на селе. Профессия у нее творческая. Жительница Верхнего Акташа работает в сельском доме культуры. Теперь решила создать свою мини-ферму. У нас в разработке уж как бы курятник строим мы с мужем. И хотим в дальнейшем держать курей. О программах, конкурсах и грантах для сельчан говорила спикер из Казани Диляра Шувалова. Она ездит по республике и в рамках Всероссийского молодежного проекта рассказывает, как реализовать себя в сельской местности. Это как открытие своего дела, так и трудоустройство. Эксперт сообщила, что сельхозпроизводители Татарстана со следующего года смогут претендовать на новый грант «Агропрогресс». Не крестьянское фермерское хозяйство, не индивидуальные предприниматели, а ООО и кооперативы могут получить до 30 миллионов рублей по новой господдержке именно на развитие сельхозпереработки. Про остальные меры государственной поддержки можно узнать на сайте Министерства сельского хозяйства. В некоторых есть ограничения по возрасту. В этом году на встречах в рамках проекта «Свое дело в селе смело» про финансовую поддержку сельских предпринимателей узнали более 180 татарстанцев. Следующая встреча пройдет в Лениногорске. Лисан Авзалова, Булат Усманов, Альметьевск ТВ.